Чудо на радость малышам из городского округа Щелково сотворили взрослые, которые пришли в районный культурный комплекс на первый благотворительный концерт. Собранные от продажи билетов средства передадут семьям на реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья. На призыв волонтеров откликнулся районный культурный комплекс. Его творческие коллективы «Радуга», «Триумф» показали лучшее, что было ими придумано за последние месяцы. Мы очень рады всегда помогать семьям, мы очень рады сотрудничать с благотворительным фондом «Рождественская звезда». И всегда принимаем участие, и всегда это делаем с удовольствием. В наше время очень много жестокости, какой-то жесткости, а подобные мероприятия, они позволяют поверить в то, что добро все еще возможно, и люди готовы открывать свои сердца навстречу другим. Сувениры ручной работы на память о благотворительном концерте можно было приобрести в фойе. Благотворительная ярмарка развернулась перед концертом благотворительного фонда «Рождественская звезда». Все собранные средства пойдут в помощь семьям, которые нуждаются в лечении своих маленьких детей. Воспитанники Щелковской детской художественной школы привезли рисунки, рукодельницы из Фрязино, Свердловского и других поселений, яркие поделки. Работы выполнены с искренней теплотой. На бесплатных мастер-классах ребят учили создавать игрушки, украшать рисунком сладкую выпечку. Вкусные печенье? Да. Я разукрашиваю кекс разными рисунками. Мастер-классы вот сейчас проходят разные. В целом интересно, да? Да, это очень интересно. Тут творчеством развиваешься. 13 ребятам требуется пройти восстановительный курс. Для каждой семьи он обойдется в 36 тысяч рублей. Без поддержки медиков дети не получат жизненно важные навыки. Мы представляем инициативную группу родителей, и мы пытаемся всевозможными способами обеспечить им в нашем Щелковском районе достойную реабилитацию. Мы нашли специалистов, которые согласились организовать у нас в Щелково выездную реабилитацию и помочь деткам. 10 февраля «Рождественская звезда» готовится ко второму благотворительному концерту. На этот раз с участием хореографического ансамбля «Волна» школы искусств имени Розума. Побывать на концерте и сотворить добро, что может быть проще. Михаил Налетов, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».